Всем салют, с вами студия UCC, у микрофона я, Шелл, зовут меня Никита, и вы смотрите матчи в рамках ЕФАР Лиги второго сезона, естественно, регион Норс Америка, матч KTC против Таннер Лоджер, команды сразятся за выход в финал, друзья, где их уже ждет команда под названием Анонимные Алкоголики, ну, в периоде, соответственно, но ну а сейчас важнейшая Best of 3, никакой нижней сетки уже не будет, это она нижняя сетка, это и есть нижняя сетка, вернее, и тут команда либо покидает турнир на третьем месте, получается, 1000 долларов и уезжает. Либо, ну, не уезжает, а отправляется, в общем-то, с турнира. Либо она все-таки побеждает и действительно поборется за первое-второе место. Ну что ж, посмотрим. Ребята закупают себя в атаке кевлара. При этом Шарти остался вообще без всего. То есть он решил 800 долларов поставить. Возможно, на какой-то ранний ВП, Я не знаю. И Дандра спокойно бегут себе такие через коннекторы, На точке их будет встречать всего лишь один стерлинг. И это очень опасно. Но KTC проверили тем временем. Поджимы Гвази бы никого не нашли. И стяжка на верхний сайт будет достаточно быстрая. Там уже три игрока и ХАЕшка готова лететь точно в цель. Стеренк еще и длину отжал, это было очень важно. Да, по ХП его немного потрепали, но сейчас будет приемочка. И надо попадать в хедшоты. Первая голова есть. Брайан Этукея тоже забирает и готов перестреливать третьего, но Андерсен все-таки отвечает. Дальше ребята начинают врываться на Сити, где Андерсен, шарки неплохо раздают. Ситуация 2 два 2. Моментально есть смок, и киты тоже у Но сложно все будет это сделать без, опять же, огромного количества хеллспоинтов. Живой щит от а Джонаха бомба дефается, и ее Даст раздифузить, потому что Андерсен пошел обходить через туалет. KTC замечательная работа, то есть точно понимали, каковы их ресурсы, как с ними лучше совладать, и по стрельбе, конечно, там Стерлинг, ну, очень жестко завез, потому что если бы не он на длине, это все, друзья, это все. Так вот, насчет вообще пиков банов, друзья, я не успел вам сказать, так быстро у нас началась пистолетная серия. А взяли для себя оверпас, КТС пикнули нюк, и Даст 2 будет десайдер мапа, если, опять же, она нам понадобится. И посмотрите, Тандер закупается чуть ли не лучше, чем их соперник, ну по огневой мощи так точно, но зато малое количество гранат присутствует, браво на имеются. А флешки плюс смачок, но на этом все. То есть раскид прям совсем минимальный, и тут даже вот эти фамасы, там ппшки, просто из более и комфортных позиций должны, по идее, очень неплохо навалять. Ну, плюс KTC сами никуда особо не идут. Хотя зачем идти, когда придут на тебя. Это, вернее, Пьюр сказал. Если уж гора не идет к Магомеду, то, то я схожу и убью миниатюра. Он кстати, с этой задачей весьма неплохо справился. Вопрос: к Тандер, куда они теперь направятся. В принципе, взора свои пока что отправили на верхний сайт, заняли мидл. При этом полностью отпустили коннектор. И, видимо, пути назад у них уже не будет. Опять же, минута времени, и тут смог не так важен, на самом деле, куда важнее флешки, которых больше, и, во-первых, конечно же, их эффективность здесь. Если моменталка прилетит под позицию Зептика, то из проходка будет оформлена. Он еще и смачком себя зонит. Первая флешка такая себе, вторая тоже. Ну и такое, ребят. Тут Зептик развалит моментально две кабины. Переключается на третьего. Там уже немного не свезло. Но, тем не менее, тиммейт от этого живы. И тут, конечно, просто, по-моему, не ожидают. Плюс в таких смоках он может спокойно попростреливать. И в более комфортной дистанции себя уже ощущать. Шарки выходят на его тиммейта. Шарки еще через дымы наказывает. Но стерлинга в спине могут просто не ожидать на таком тайминге. Шарки вот эти бычаки его его и кое-как выживает, отправляется на длину. Но максимально два красных игрока атаки, один из которых уже погиб. А Андрес остается в коллаче раунде один на один. И бомбу уже уносят на бисайт. Э, времени будет сколько у него интересно. Ну, стерлинг пойдет через 9, скорее всего, да. Тут уже сменить позицию не выйдет. Как только выснет хэдшот, получит по лицу. И KTC просто неимоверными усилиями. Кое-как шатка, но Валка забирает второй раунд. Сейчас должен быть форс еще один от Андра Лоджик, Они накоцали полностью экономику врага, поставили бомбу, что немаловажно, и могут ну, закупиться, по сути, лучше, чем их соперник, даже. Но это очень жестко. Это очень жестко было сейчас. Если бы не энтрифраг, все пошло бы куда лучше. И ТТС, возможно, вообще бы в ноль этот раунд закрыли. Но не тут-то было. И Тандры решили сыграть 2К экономический раунд. Ну, слушайте, это дисциплина на самом деле. Я бы на их месте, конечно, зафорсил, но я не на их месте и вряд ли когда-нибудь там буду, друзья. Э, ребята все-таки шарят, что они делают. Не первый год играют в эту игру и Прекрасно понимает, как на Варпасе с экономикой надо работать. Да и эти пистолеты выглядят крайне опасно, знаете, как 4 дигла. Э, на углистой карте, где много вот таких вот щелочек, на тех же туалетах, где есть столлонг с максимально дальними дистанциями, куда уже, кстати говоря, направился один из игроков от Андрелочка. Ну и вообще много мест, где можно действительно применить свой пистолет. Ничуть не хуже, чем девайс. Опять же, Андерсина всего лишь одного в направлении нижнего сайта оставили. Сами идут в левую сторону от карты. И Джонах, по-моему, что-то знает. Естественно, он Пьюра там видел. Просто игрок накоцанный. И возможно, по нему уже дамаж... Да, 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 все. Джонах теперь точно заметил. Говорит, парни, хелпа нужна. Они опять идут ко мне. Ну, благо, тут есть тиммейт с тобой рядом, на комфортной позиции. Зептик в том раунде сделал даблкил, сейчас уже отыгрывать за машины, может находить куда больше. Звено Сланга убили, сплита теперь не будет, либо нет, сплит возобновляется. Андерсен пришел на место погибшего тиммейта и потихонечку, помаленечку, Таннер Лоджик семимильными шагами подходит все-таки к сайту. 40 секунд на таймере, и вот сейчас флешки, которые должны решать. Флеш летит, в обаланде находится игрок, но всегда есть фросты, которые тебя подсейвят, но мало слишком хп, в итоге Зептика забирают. А на релоуде поймать? А на Ах, получается, шарки красавчик. Теперь 2 в 2, и это плюс бомба, между прочим. У Брайана идеальная позиция для приемки. Минус 1. Дальше миниатюр дает размены. Брайан такие тащит такие этот раунд, друзья. Это были пистолеты с араморами, но Брайан за счет клевой позиции, за счет того, что все сделал практически идеально, забирают раунд для команды. И теперь у кого, друзья, проблемы по деньгам? Да, конечно же, у KTC. Экономика полностью пала, и восстановить ее будет, ну, неимоверно сложно, на самом деле. Там вообще по нулям, вы посмотрите. Это пистолеты. Это пистолеты и ФАМОС. Ну, камон. Ладно, в принципе, похоже, бай у нас тащили сегодня. Вот я, правда, не помню. Ники ТС? Ники ТС же тащили сегодня. И Зериал, точно, и Zereal сегодня забирали, я вспомнил. Вот именно такой бай, то есть там были три дигла, чешка, фамас, и они прям, ну, развалили знатно. Кстати говоря, Зептик через смоки просочился. Ой-ой-ой, как они разминулись-то жестко. Но в итоге Андерсен быстрее увидел оппонента. И легчайший минус для него. Там еще минус по стерлингу прилетел. И вот теперь крайне опасно. Тут желательно Джонаху не подставиться, потому что он пойдет в мидл вроде грамотно, но вроде опасно, потому что там второй игрок с коннектора, которого он не ожидал, и отправился тоже в Вальхалу. Теперь вопросы к Фросту, но у него чешка, и он же девайс спалил, поэтому Тендер Лоджик максимально аккуратно вокруг него отыграть. И, по идее, здесь не подставиться. Но миниатюр слишком поздно прибежит на хелпу поэтому Фрост ее надеется. Стоит только на себя. Кстати, бомба выбивает здесь еще и второго продамажил. Ух, опасно. Слушайте, один в поле не воин вроде как, но вот тут показал очень жесткую свою прыть. Миниатюр один в два, опять же, нет у него китов на ретейк, который в скором времени, возможно, не понадобится так-то. Ну, то есть бомба ставится, но по таймингу он может убить бомб-кэрри, когда тот будет свапать позицию. Ну нет, видимо, миниатюр уже не поспевает, там выстраивается такой, не то чтобы перекрестный огонь, скорее позиции на размену, ну, как двигается Андерсен, но все-таки отстрелили ему голову, миниатюр теперь в ситуации один на один, там инсейник, его ожидает. и миниатюр тачит этот клатч раунд, бог ты мой, трипл килл, это еще один поворот событий, серия форсов не заканчивается, друзья, вот вообще. Вначале одна команда, потом вторая, потом третья и KTC. Да тут не KTC, тут красавчик, это миниатюр в первую очередь. Во-вторых, это Фростый. То есть как он там одного убил, боже, как он, на второго, как он второго накоцал. То есть там все было шикарно от него. Ну и тут, конечно, под конец миниатюр просто, ну, удивляет меня сегодня. Это, пожалуй, мой, наверное, такой э, любимчик из э, команды KTC. Именно он мне прям очень нравится. Из э, Thunder вы спросите, есть ли любимчик. Ну, конечно, там Nceniac просто невероятный, который на нюке в прошлой встрече за, ш, за 54 раунда набил то 55 килов по-моему. Очень жесткий снайпер. Но бай не проседает от а Thunder Он, в принципе, стабильный в начале девайсы потом девайсы там с пистолетами либо э, смешиваются с ПП. Опять же, форс на форс, форсом погоняет, как говорится И тут Пьюр попытается опять же найти энтри За колонной находится оппонент, ближе к бочкам Оп, заметил Пьюр Теперь есть шанс катить на вантап Но, конечно, когда тебя оппонент знает, тяжеловато по нему как-то попасть и вообще вынудить его на одиночные перестрелки. Миниатюр, да, при просто забирает Пьюра, там, по-моему, вышел с трейфом и уничтожил его. В итоге бомбу Андерсон, конечно, возьмет под свой контроль. И есть небольшой пул гранат, с которым попытаются на верхний сайт ворваться. Но позиции тут крайне идеальные. То есть у Джонаха такая позиция просто, ну... Конфетшная, по-другому не могу ее назвать. То есть, смотрите, там Инсенник плюс Брайан красные. Ему даже не придется тут лонг, по всей видимости, убивать. Или вообще не пойдут на А, погодите. Тандер как-то они перетяжку туда-сюда делают. Да, это фейк, выход на базу Б. И самое главное, что Стерлинг-то думает, что все в туалетах и не идет через кон. В итоге есть возможность у Тандер ворваться на базу Б и даже бомбу поставить. Там вообще пусто. Но ребята очень медлят, очень сильно медлят. В итоге они в ситуации 3-5. Вернее, 2 в 5 оказываются и даже бомбу не поставят. Эх, эх, халдили вы, халдили. Могли сразу, на самом деле, побежать, но не поверили, что столь быстрая будет перетяжка. Да и правильно делали, по сути, но не пошло. Андерсин, убивание девайсов неплохо. Еще один экзит фраг сделал, сделал Но в итоге, конечно По счету здесь KTC заслуженно должны вперед выдвигаться Сейчас будет пятый раунд от них И бодрое такое начало в защите Причем, знаете, это не те раунды Начальные за КТ Где ребята просто Знаете, где ребята просто Забирают раунды на халяву То есть из-за того, что атака какая-то не разогрета Нет, тут прям зубами KTC вырвали Ну вот серьезно То есть вот этот раунд там с пистолетами 2 в 5 Ой, вернее, 2 в 3, но это нечто было. Но, тем не менее, теперь пистолеты с ППшками, которые не менее опасные. Такое ощущение, что Тандер, ну, не бывает бая, где они просто, знаете, с глоками бегают. Нет. С учетом того, что бомбу ставят, киллы делают, ПКД хоть что-то да покупает для себя. На этот раз решили протестить Б-сайт, проверить на прочность опорные позиции. Оборонительный редуты, стерлинг. будет на приемочке монстра. Его, кстати говоря, быстро срочно еще одного опорника забирают и от энценника. Очень много дамажа залетает. Последний Джонах остался на девятке. Ему срочно надо находить фраги, иначе раунд закончится. Лол. Это 4 в 2 уже. И гранат, главный, нет, чтобы добить как-то в бесконтактном бою инсейника того же и так далее. Через буст, возможно, сработать парням придется. Вот смог полетел. Так, еще одного на код след. Там три каленых оппонента. Ну, какие опасные позиции. Бог ты мой. Как я не завидую эти сейчас. Идут на выбивание воды. Там два визави. Удалось их забрать. Но Зептика остался один против двоих. Знает, что один возле монстра отыгрывал. Видит его. И как бы затопить по Ну, ну тут так хорошо стрейфится. А времени все меньше и меньше. 19 патронов. В тем временем у Зептика. И он просто уходит на сейф, по всей видимости. Это экономически Взятый коррективом Лоджик. И я не знаю, когда эти безумные раунды остановятся. У нас, если что, уже два взятых Эко и один взятый такой, ну, недофорс, так скажем. Просто жесть. И это еще не вечер, друзья. Это еще не вечер, судя по всему. Сейчас будет, естественно, какой-то перезакуп от KTC. Возможно, Зепти какую-нибудь ППшку типа, там дропнет. Фама закупит стерлик, но. Честно говоря, печально с такой экономикой играть, когда вот, ну, ты почти вырвался вперед. То есть, видно было, что э, типа за они вот, ну, ну, в шаге были от того, чтобы выйти там на 5-1, на то, чтобы была годная экономика, на фарме тебе денег много. Но нет, друзья, денег не то, что... Э, немного их еле-еле вот хватает на такую закупочку. При этом задумки у ребят не закончились. И защита начинает играть более активно. Сейчас в короткий проверить никого не найдут. И, ах, в коннектор коннекторы не успели. Жалко. Ну, хотя Брайна, возможно, еще заберут. Нет, поздно. Вообще не поспевают по таймингам KTC здесь. То есть они сделали все грамотно, они все запушили, все вроде классно, но Thunder Logic получили за это время гораздо больше. Они уже забрали позиции себе по точке Выстрелили плацдарм для атаки. У них всегда есть тиммейт, который прикроет их шариков где-нибудь. Хотя это инсейн СВП, и они бросают кон. В теории KTC, если прямо сейчас пойдут давить, шансы будут, но у них нет точной информации. Не только сейчас выходят и по таймингам должны успевать хотя бы с кем-то разобраться. Но опорные позиции очень быстро падают. Зептик был с девайсом. Просто остался тут с чешкой. На этот раз дистанцию. Какой жесткий, но он и с ней справляется. Спина начинает свое открытие. 2 в три ситуации. Андрессину тоже удается выбить вместе с пачкой. Миниатюр закрывает еще и Брайан. и Последний шарки остается. 1 в два. Делай минус. Дальше Авик. Миниатюр промахиваться больше нельзя. И это очередной раунд для миниатюра. Еще один трипл килл. И пятый для КТС. Бог ты мой я бы сич... Если бы сейчас была не ночь, друзья, если бы я не боялся, что соседи придут и сломают мне лицо до а, того, как матч закончится Я бы так тут кричал, вы не представляете Ну и так меня переполняют эмоции, это просто какая-то лютейшая жизнь Это раунд был, чтобы вы понимали, 2... не 2 в 4 или а 2 в 5 даже Нет, подождите, 2 в 4, 2 в 4 был раунд, он за счет того, что очень быстро стянулись через кон KTC, и вот этот вот очень крутой байт Получился, то есть они вначале вдвоем открылись С правой стороны туалетов, потом пошли Пикать близкую дистанцию, там не ждали Игрока, он выбил бомбу, он выбил Еще звено, которое с гранаты на него выходило Ну и просто идеально сыграно Миниатюр, это вот Мои аплодисменты Ну, Тандра Лоджик Я не знаю, честно Я правда не знаю, то есть Тут, знаете, и те, и те хороши То есть я, 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 не, бо... я не удивлюсь, если Сейчас Тандра возьмут такой же раунд Просто нечто. После тир-1 это смотрится как матчмейтинг кто-то пишет. А, да, я тебе скажу, не только после тир 1 а в принципе, если ты посмотришь тир-2 Европу и потом перейдешь на американский матч, такое бывает. А, тут зависит, понимаешь, не только от уровня команд, но еще и от стилистики региона. Все-таки надо понимать, что Америка это какие-то безбашные парни. Это раунды очень быстрые, очень многое там на индивидуалку идет, за счет чего много хайлайтов, много раундов в меньшинстве и так далее. А в Европе все больше, знаешь, так типа командная игра, дисциплина, туда-сюда, ну. Но... Тут, конечно, ребята пытаются все сделать максимально быстро. Иногда, мне кажется, что у некоторых американских команд есть задача очень быстро закончить патч. И вообще плевать, с каким счетом и в чью пользу. Ну и пауза. Тех уровней, кстати говоря. Как бы этот темп не сбило немножечко Thunder Logic, потому что, мне кажется, ребята Порох в пороховницах еще явно не оцерел, Сумеет они что-либо придумать. Два калаша, Галил, Чешка и П-250. А этот авик, он вообще... Мне кажется, этот авик передается... То есть команду, у которой хороший бай, покупает АВП. И потом она передается команде с плохим баем, потому что постоянно берутся какие-то форсы лютые. Четыре Фамаса, воу. Воу. Интересненько говоря, я любитель фамасов. Мне фамасы прям нрав, нрав, нрав. Ой, стерлинг. Вот сейчас он такой, на самом деле, шанс проиграл, чтобы много импакта внести. То есть он первый раз, когда он там не допрыгал, а если бы увидел сразу визави, он бы клевую хаешку откинул. Ну ладно, не получилось. В любом случае, сейчас Моликом миниатюр немного отзонит. И эта атака чуть-чуть приостановится, но тем не менее на базе Б. Ну, слишком мало игроков, чтобы устроить какую-то качественную приемку. Хлопу пока что зонит. сейчас игрок должен еще один. А стянуться на Сити. Ой, какой агрессия! Миниатюр запрыгивает на сайт. В итоге подфлочит своих тиммейтов. Видит оппонента. Брайна не дострелил, но успел выжить. По крайней мере, но тут же прилетают прострелы через маки. Барайн. давай двоих моментально. Джонах. Надо давить размены надо искать. Фраги, но тяжело в ситуации 5 на 3. А так уже перестроились. Они перегруппировались. И тут все зависит от Зептика. Смаки развеиваются. Он выходит в Бланде. Оказывается, его перестреливает Андерсин. И несмотря на то, что два максимально красных игрока защиты, вернее, атаки, потащить этот раунд не удастся. Ну, то, о чем я говорил, понимаете? То есть, беру форс на форсе просто. Мы еще ни разу не видели раунд, где одна команда будет прям полноценное эко делать. То есть, там э, взяли два каэка до этого Thunder Logic, но извините меня, это были диглы и арморы. Я не завидую тем, кто ставил. Просто вы понимаете, в чем прикол? Мне потом пишут, что я на какую-то команду деньги поставил. Упаси меня бог <laughs> На такие матчи ставить мне, ребят, спасибо После того, чтобы вы понимали Я уже комментил этот матчап Это был первый матч плей-оффа Знаете, с чего он начался? Знаете, с чего он начался? С карты со счетом 20, вернее, да, 28 на 26 Понятно, да, всем, как бы. И допы были на решающем мапе, если что, но в кстати говоря. Поэтому я вообще, типа, я не, 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 не надо, пожалуйста. Стычка в коннекторе весьма жесткая. Там, кстати, импишки могут и поразваливать. Но тут калаши тоже славится вантабом в голову. Втроем заходит. Не чекают ни одной позиции? Чего, лол? И в итоге размен 3 на 3, конечно, но это вообще жесть. Они ни одной позиции не проверили под коннектором. Это вообще как так можно играть-то, Тандер? Очень странно, очень странно. То ли там один игрок не прочекал, подумал, что другие чекнут, я не знаю, но... Типа не чекнуть ни право, ни лево, заходя в коннектор, а, а, если бы там был калаш, а не импишка? А вот что случается с такими людьми, которые не чекают кон. Ситуация тоже в большинстве для защиты. И Стерлин, конечно, тут сам, ну, слишком как-то оптимистично играет, с ощущением, что его никто не пройдет. Видимо, подумал, что там уже с звено должно подключаться. Их пытался тиммейту хлопануть. Джонах жив жив, заселенным авиком с предыдущего раунда. Выцеливает уже левую сторону сайта. И тут вопрос, Тандер, пойдут ли вообще на Б? Придется открыть дверку, это услышит, в принципе, Джонах. И дальше перестроит позиционирование прицела. Лучшее решение это пойти конечно, либо через монстра, либо через длину. Но через мон, конечно, получше будет просто, потому что, ну, до длины далеко, вы будете выходить там в секунде на 15, это такое себе. А вот тут вы и снайпера вроде как обогнете с вероятностью достаточно большой, все-таки есть инфа у Тандер, что авик был засейвлен. И аккуратненько выходит через монстра, опять же. Есть проскид, все неплохо, на самом деле. Можно смог кинуть сайт. моликом команд и там ближайшие секунд 10 у вас будет для того, чтобы позиционку занять. Но выходит с левой стороны. И был ценник за это наказан. Теперь стяжка уже от Фроста. И будет работать с девятки, скорее всего. Прострелы Джонах, ну, никуда немного метит. И в итоге есть время у Брайана, чтобы немного поменять позиционку. Есть инфа теперь по снайперу. Но трабл в том, что он не знает, откуда откроется Фрост. И надо отзонить себя на воде, чтобы смотреть только одну позицию, не подставляться сразу по две. Да, очень хорошая позиционка. Он должен одного забирать. Джонах идет, даже не подозревая, что кто-то может быть на воде. Это легчайшие два минуса должны быть для Брайана. Того закрывай. ты -то. еще одного Брайан, окей. Еще один клатч раунд его и четвертый для Thunder Logic. Ну просто вот, конфетка. Сыграл мега красиво, мега идеально. Он прошел на воду ровно в тот тайминг, когда игрок атаки, все, вернее снайпер с хелпы все это просматривал. Из-за этого они подумали, что на воде никого быть-то не может. И пожалуйста. Теперь пестики остались. Только лишь пистолеты, друзья. Благо, один хотя бы P250. И вроде задумочка есть с укреплением базы Б. Но мы понимаем, что это уже совсем не то. Да, плохие баи тащились, эко-раунды тоже тащились, но там было за что цепляться. Тут, конечно, вообще слишком мало ресурсов, чтобы сказать хотя бы какое-то слово. Не то, что уж предложение на целый раунд. Обойдут, кстати говоря, возможно, пьюра здесь. Ну да, пьюра должны наказывать сейчас спинку. Стерлинг. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Красиво двигается. Отличная работа с калашом. А вот это зря, от Андерсина. Вот это сейчас было крайне опасно. Мог здесь отъехать. Там еще Джонах в спине. Джонах находит бомбу. Это что, голые юспы сейчас раунд возьмут? Или творицу вообще, ребята? Боже, чет, 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 как? ППшка, правда, у Джонаха очень печально. Выбил бы калаш, все. Это был бы еще один килл, возможно. А так будет тяжело с Маком здесь как-то работать. Временем Брайана по точке нашли. И Джонаху, вот он начекал. Возможно, даже бомбу стоит отдать. Но он попытается все-таки пробить. Но Инсейник тоже, по-моему, его увидел. Или нет? Снайпер Аккуранта выходит, вычисляет. И его наказывают с Мака. Андерсен, размен есть, но слишком мало хп осталось. А именно 35% здоровья. Я, я вообще, я не понимаю. Я не понимаю. У них юспы голые, они тащат раунд. Что происходит? Вы понимаете, что еще, по-моему, ни одного хорошего бая команда не выиграла? То есть команду, у которой бай хуже, она выигрывает всегда по тенденции. Это как? Это как? Два взятых эко. Три или четыре... Нет, четыре взятых форса. Там Пьюр про. Вы видели, он, 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 у него выдохся и сам игрок, и моделька выдохлась. У него хит хитбокс, все без легких, он не, не может понять, что творится. Боже, да, что? Джонах находит Андерсина. Ой, я это еще и на все практически бай. Так-то Тандер сейчас могут себя в экономическую ловушку загнать. Но опять же, один фраг, как. Судя по практике и судя по просмотру, этой карты, вообще ничего не дает. А тут все что угодно может случиться еще. Вот снайпер развели на выстрел, еще. Там... Прифайр в голову залетит, потом, там, я не знаю, по Фросту и тоже. Я не удивлюсь, если так будет, если честно. Но все-таки тут уже раунд должен КТС отходить. И, возможно, это один из немногих, который закончится прям... Ну, вообще, вы... Ну, посмотрите, тут выживших не остается. Вообще, вы... гляньте на количество смертей. Там 7 минимум. Это, возможно, один из немногих раундов, где удастся хотя бы какую-то экономику одной из сторон сохранить и а потом перезакупиться. В случае чего, опять же. Кто знает, возможно, KTC сейчас все-таки начнут свою доминантную серию, так скажем. Все, просто остается только добить, и он с этой задачей справляется. Кстати, он что-то подлагивает как-то, просто. Ну, вы видите, да, что-то подергивает как-то. Это явно не GoTV. Ну, вернее, возможно, это GoTV, но касаемо только одного игрока. Ну да, у него пинг как-то. Ой, а чего вы, ребят, с пингом-то? 74, 74, ой. Даже 77. Ну, чтобы вы понимали, команда из Европы, когда видит пинг выше 70... Ребята, может тех паузу, не? Не, я, конечно, понимаю, там раз телеком все дела, все привыкли. Но это что такое-то? Ну, же лагает. Поставьте паузу. Ой, я не могу, они в монстры. Еще вдвоем погибают. боже, а тут лагающий фрост и остается. Да вы чего? Да он же лагает. Да поставьте бы паузу. Что происходит? Выбивают, я уже молчу про то, что Б выбили там у него лагает. Вы видите это? У него лагает. Ребята, остановитесь, пожалуйста. Остановите планету, я сойду. Я просто в шоке от того, что происходит, серьезно. Этот шок, конечно, положительный. Я тут смеюсь, улыбаюсь, но для KTC я даже не знаю. Ну, как это? Ну, то есть у них просто игрок лагает. Там, я не знаю. Что-то они там в монстры врываются против пистолетов. Зачем? Непонятно. Что происходит вообще в этом матчапе? Ой. Ну и по логике сейчас будет перезакупка от KTC, и они должны тащить с плохим баем. Но пока что логика так работает, я не знаю. Бог экономики говорит нам. Это я не про маркет, если что. Говорит, все, все. Реп...". Да. Действительно, все. 7-5. Вот, вроде были в шаге от взятия первой половины, теперь в шаге от того, чтобы потерять все деньги, которые вообще есть на счету. Я надеюсь очень сильно, что вы хотя бы что-то клипите. Что вы клипуете и делаете клипы в каждом раунде, ребят. Потому что это должно быть запечатлено серьезно. Если кто-то смотрел «Бойтесь ходячих», там есть, типа, девчонка, ну, в новых сезонах, которая делает эти... Короче, которая а-ля журналист в уже в бренном мире, так скажем, Потеряна, можно сказать. Вот, пожалуйста, будьте вы такими же журналистами. Это должны видеть крот. Кто-то, кроме нас, чтобы нам потом поверили. Выход на точку А закрывается максимально. Я не понимаю, как... Ну вы только что играли против пистолетов, вы проиграли вообще без разменов. Вас просто уничтожили на базе Б. Трех игроков нашли без единой потери. Тандер Лоджик. Девайсы появляются у Тандер. Они сливают раунд и убивают всего одного. Как? Ну, обычно логика какая-то должна быть в матче. Но тут ее просто нет. Тут чисто какой-то хардкор творится. Ладно, летим дальше Я просто вспоминаю, с чего этот турнир начался Ребят, плей-офф был примерно Такой же на нюке, и это все закончилось 28-26, я напоминаю Поэтому запасайтесь вкусняшками Во время каких-то пауз, потому что это Будет длиться целую вечность Ну ладно, Джонах, опять же, с СВП Рассматривает мидл, но слишком близко Пьюр находится, снайпера здесь должны наказать Переагрессировал слишком сильно Джонах Не рассчитал, опять же, тайминги И заптика тоже в спину могут обойти Хотя, тут кто кого оборачивает Пойдет еще, на самом деле, дистанция крайне близкая И мп может настрелять ну, хотя бы по снайперам. Первый минус. он тоже забирает. Дальше берет калаш в руки. Зептик. но дальше в спинку, конечно, его уже наказали. Но я ждут ли здесь? Угу. Инсейник такой. Ну, ну, никого же нет справа, да? Слева никого же нет? Просто я такой. Не-не-не-не-не, ребят. Я с сайта стреляю. 9-5. И в этой всей вакханалии, я не знаю. У меня такое ощущение, что просто это какая-то... Уличная драка, в которой, знаете, дерутся какие-то... Ну, вы когда-нибудь видели, так сказать, у всех у нас есть какие-то соседи, возможно, в соседних домах, которые любят там... <как> там, во дворе, ну вы понимаете, да, о чем? <как> Еще раз повторюсь. Вот, и они, когда начинают драться, происходит к этого канале. Вот тут что-то подобное, только в каком-то более изящном стиле. Стиль такого пьяного мастера, знаете. И в этой в канале KTC находят в себе усилия, чтобы, ну, по сути, возможно, даже 10-5 забрать. Выход на базу Б. Плохой бай. И теперь, ну, крутые пози... крутая позиция, конечно, от KTC есть игрок на бочках, которого не законтрят моликом. Уже хаешка клевая залетела. И, конечно, такое проигрывать они, ну, не должны. По логике. По логике в этом матче. Как будто что-то по логике в этом матче происходит. Сейчас прилетят гранаты, там, возможно, инсейник кого-то найдет. Ну, кстати, очень хороший поинт сейчас будет вычислять. Как раз против Стерлинга. И инсейник. Ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка. Ну Смотри. Оп! Ах, как развалилась буста, развалился в самый тайминг, где должны были находить минус. В итоге минута на таймере, гранаты все еще есть. И поинты тоже для того, чтобы... Ну, плацдарм для атаки, по крайней мере, имеется. Ну, вот убивает одного, и обычно после этого раунд заканчивается с пистолетами. Ну, там уже команда начинает находить какие-то энтрифраги, пытаться вот как инсейник делает, их наказывают и т.д. и т.п. То есть тут просто задумка, постоим под Б, зайдем, но ну, им не дали это сделать. И когда у тебя план ломается, а на руках у тебя неизвестно что, в скобочках пистолеты и какие-то две, два мака, которые непонятно вообще как реализовать против таких позиций вот KTC. Конечно, начинаются вот такие соло-пики, соло-пробежки, которые, по сути, KTC явно в плюс. Ну и все, там уже попытка выхода наверх не сайт. Против двух опорников, кстати, так-то неплохо. Стрельба у Зептика вообще не летит. Я не знаю, как он там не убил. Вообще никого падает снайпер. Они еще раунд этот возьмут. Лагающие тут фрост и влетает, которого просто тп во все стороны. Миниатюра говорит: сейчас, братан, погоди ты. Заплатим тебе, подключим новый нет. Подожди, за вот, Сейчас призовой возьмем. Тебе подключим нет тебе нормальный. Выход. Со Стерса, Пьюра, ну Пьюра будут ждать, мне кажется, до конца. Тут миниатюр должен чекать, его тиммейт, по идее, ближе к сайту проходить. Либо наоборот. Но время-то уже поджимает. Ребята слишком сильно захалделись, начинают выход. Пьюра нашли, отлично. Одному надо дефать, другим, по идее, устраивать же щиты. Один игрок остался у нас, по сути, с туалетов. Его тоже убьют. И шаткнувалка 10-5 забирают KTC. Каким чудом? Из-за чего? Только бог знает, серьезно. Вот есть такой вопрос. По-моему, есть даже фильм "Разговор с Богом", но вообще есть такой момент, знаете, типа, вы наверняка слышали и видели там, все, вам наверняка задавали вопрос такой, и вы задумывались в голове, вот если я когда-нибудь встречу Бога, что я спрошу? Я спрошу, что происходит в этом матче на данный момент, потому что это просто. Если бы это поддавалось хотя бы какому-то объяснению. А, -а, а Теперь у Thunder какие-то тех проблемы. Все, я, я просто подумал, что Фрост и наконец-то ну пошел и нет фиксить. Я, я просто, извините, если ошибаюсь, может у него нормально все с инетом. Такое просто бывает, когда э -а, лагает конкретно у игрока. Конкретно у игрока лагает, получается, э -э, GoTV. То есть такое бывает, вы за собой смотрите, у вас там что-то оружие не провисает, что-то там э -э, спреи какие-то странные летят, и т.д. и т.п. Хотя, ну, у вас типа все норм было. То есть даже на демках, когда вы пересматриваете, такое бывает иногда. Но у меня такое ощущение, что у него действительно подлагивает интернет, и лосы какие-то есть. Лосы, кто не знает, это потери пакетов. То есть, допустим, то, что вы видите вот сейчас, если у вас все норм с компом, вы видите 100% того, что происходит на карте. Когда происходят потери пакетов, вы какие-то моменты пропускаете. То есть где-то у вас просто вот отрезок. Вот просто вас, то есть видят оппонента, а вы не видите у вас. Оп, вот просто режется там 10% раунда условно. Ну, вы понимаете, да, о чем я? Это, конечно, дико в кейсе решает. Ну и KTC на пистолетке с двумя саппортами. Джон еще и пистолетик себе неплохой закупил. Метят, судя по всему, на длину. Интересный раунд. Вот КТС прям, ну слушайте, не часто, не часто видишь, как на пистолетке лонг бегут за атаку. Оставили при этом Фроста на чеке базы Б. Говорят, братан, у тебя лагает, давай на Б как-нибудь постой. Мы без тебя справимся. И там тем временем Пьюр уже поражал коннектор. Но не боится идти. Боится идти. Понимает, что КТС играют такой дефолт очень контролит всю мапу И сейчас, но ну, скорее всего, его позицию ожидают И просто стоит на более позднем тайме не сыграть В любом случае, как бы, такая позиционка, она даст о себе знать Рано или поздно А, возможно, даже прямо сейчас Ой, ой, сколько можно здесь... Они идут на него, нет? Там, по-моему, вычисляли его сторону Сейчас дверка открывается, пьюр он думает, видимо, что это байт, но это выход на базу байт где, в принципе, четыре опорника, они должны справляться. Хотя Джона вырубает одного, сносит инсейн. какой флешка то залетел, за счет чего уже куча фрагов сделана. В вот итоге Шарки тоже находит. И та самая позиция спины. Ну хотя бы какой-то килл бы найти, пьюр. Эх, если бы сразу по таймингу открылся. А теперь он один в три остается. И похоже на пистолетку для КТС. Хотя в этом матчапе. Похоже, говорить нельзя Тут невозможно и возможно, знаю точно Возьмут команды 10 форсов И Полетят дальше, не знаю. Оп! Забираю пистолетку. 11-5 в итоге. Очень бодрый старт должен быть от KTC на второй половине, но тут сейчас вот эти пист. Я, тол... Я только отделался от этих форсов, они опять возвращаются. Они опять здесь. Ну ладно. Ну, да ладно. Форс, в принципе, неплохой, там у Шарки ППшка, между прочим, так-то. ПП это мощная вещь, ну вот, наверное. Нет, под Б тоже норм, они укрепились, у них, опять же, есть один в коне. Трабл в том, что это повторение пистолетки, и а, в той пистолетке-то вам дали возможность, вас не чекали, вас просто выбежали. Сейчас КТС явно отыграют более пассивно, посмотрите, где они. Вот это чисто дисциплина у ребят уже начинает работать. То есть, как бы я там не смеялся над этим матчем, но ребята это потеют на победку. И сейчас, ну, видно, что какие-то моменты от нервозности, от неопытности случаются. Но в целом, ну, видно, что KTC, например, точно сейчас играют на то, чтобы, ну, не подставиться под эти пистолеты. И они не зажимаются, они идут собирать информацию, тейкают для себя такие поинты, чтобы выстроить плацдарм для атаки. Это тоже немаловажно. Ну, и Фрост и по длине просто, судя по всему, будет фейковать. Я не могу отделаться от ну, того, что у него лагает, серьезно. То есть, возможно, он даже люрфером быть не должен, но его отправляют ну, на такую... Ну, посмотрите, ну, по-моему, по-моему, это у него лаги, ну... не? В чате можете написать, типа, я очень много матчей смотрю, и когда такое бывает, обычно игрок лагает, ставится пауза. И что, все на Б. Просто и, кстати, фейканет сейчас неплохо. Он выйдет. Заберет, скорее всего, сайт. И все. и стянет на себя массу внимания. Там при этом Тандер. Ой, они попытаются, видимо, пропушить, но у них нет. Они просто обновляют смог и будут уже от дымовой завесы отыгрывать. флешка, кстати, не самая лучшая. Я. Ну, вернее, флешка хороша, но не об этом сейчас. Там выход с э, хелпаит. Его должны закрывать. Ну да, все, на этом моменте раунд, по, по идее, заканчивается. Фишка в чем? Обычно флешку накидывают, и два игрока заходят. А тут один кинул. Флешка сработала, блайн прошел у игроков защиты, и вы начинаете выход. То есть, грубо говоря, флешка от нее вообще толку-то и не было толка. Э толком толком, ну вы поняли. Вот. Теперь экономический раунд от Thunder. И... Такой же раунд, а не такой же, вообще с юспами, с одним не дефолтным. А, пистолетом брали, как раз таки их оппоненты, можно повторить их успех. Я не знаю, просто расстановка 4 плюс 1 из раунда в раунд, она... Ну, хотя, слушайте, она вроде себя купает, что Но это, знаете, тоже так, кажется, со стороны, типа, они используют одну и ту же расстановку 3 раунда подряд. Это что вообще такое? Но ktc то этого не ожидают. То есть они думают, ну, они один раз постояли в укреплении базы Б БА и с одним игроком в коннекторе. Второй раунд так постояли, но ну, не будут же они третий так же отыгрывать. А тут вот, пожалуйста, выбили один девайс, оставили просто это тоже красным. Трабл только в том, что на точке А там как-то все шатко очень, Андерсенс просто по двухтысячным тут должен стоять. И, честно говоря, прям такой себе оборонительный редут. Да, стяжка будет все-таки вверх. Причем Фросту надо как-то максимально аккуратно сыграть, чтобы либо быть разменной монетой, либо самому разменять. Вот это очень опасно. Андерстин слишком широко открылся, надо убегать, но его за это наказывают. И вот теперь вопрос, пойдут ли KTC до конца? Ну да, точно, коннектор отпускают, это точно точка, и взятый раунд соответственно. Что там? Ну там вообще и Галил, ой, ну это прям вообще не то выпало. Типа, знаете, когда тебе выпадает калаш в такой ситуации, пойти сейвить вообще не зазорно. Ну вот Галил, это то оружие, которое типа, ну камон, ну а тебе Кольт появится в следующем раунде, а кала, вот калаш, это а другое дело. И Ловин Сайник спокойно может себя подсейвить и Это проблем. Говорит, ребята, я еще как, как потащу пару хедшотов и вообще все. Слушайте, у Инсеника, как бы, счет 8-16, ну, вернее, статистика. А мне кажется, что это может быть отсылка к этому матчу? Именно к цифрам на табло, которые могут быть. М -м -м. Ну, вот кто-то пишет в чат как раз про то, что, до да вчера Тандера вообще по-другому играли, я тебе более скажу, и позавчера они по-другому играли. А проблема вообще, вот, команд именно на этом турике, они очень нестабильные. То есть, э, анонимные алкоголики они стабильные. То есть, у них такое бывает, что они могут залить карту там и так далее, и тому подобное. Но в целом они, когда нужно, они обычно включаются. Это, пожалуй, единственная стабильная команда на турнире. Дальше, что KTC, что Тандер. Но они стабильностью не славятся. То есть я уверен, что ты там этот матчап, вот он сейчас так проходит. Ты посмотри завтра эту же карту. Допустим, вот стереть вообще память игрокам об этом матче. Они завтра сыграют, сыграют уже по-другому. И, возможно, тантра будут вести за счетом 13-5. Но для меня. КТС, конечно, в этом матче выглядит как фаворит. И, честно говоря, ну, за ними мне лично было приятнее наблюдать в предыдущем матчапе. Несмотря на то, что Тандра а, по итогу закрыли противостояние. О -о -о Юра говорит, ну, спасибо. Тем не менее, там перестрелка в мидле будет важная. Джонах, ой, пропустит сейчас спинку. А там Андерсен. Такой, оп, 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 семимильными шагами. И прочек, и прочек. Оп! Оп! Вот это фликшот. По-моему, довзумом сейчас залетел, конечно, от снайпера. Жесть. И теперь полетит по живой силе. Бог ты мой. Как обидно, они сейчас в таком лютом преимуществе могли быть. А в итоге 4 в 4 и выход на базу Б смотрится, конечно, анперспективно, потому что там два игрока, по факту, которые сделают буст. И убьют сейчас многих людей. Хотя нет, успел Зептик законтрить. Хотя было опасное ощущение. Тем не менее, пристрелка в медлей будет еще одна для снайпера. В этот раз его должны уже в ухо допиливать, да. Тут. Доделал начатый Андерси на Пьюр И Стерлинг плюс Зептик остаются Интересная такая связочка Их поджимают через Шорт Собирают инфу При этом могут подумать, что это стяжка на Тереспаван На базу, а, ну нет, пойдет Брайан до конца сжать Увидит соперника, скорее всего Это, мэйби, даже минус два Выходит, оп, сюда Оп, одного, а второго до нет, не справляется Так, а игрок по номерам два Это дубль ту Против Зептика Молик ну это левая сторона, справа что будешь делать? Ага, он вообще на воде отхолодится, попытается шорт выбить. Или как? 15. Неужели он префом выйдет? Нет, не префом, просто вырубает. Шарки непонятно, зачем вообще открылся. Видимо, побоялся, что игрок на точку остянется. Теперь один в один ситуация. Но тут пьюр со снайперской винтовки. Ему надо творить просто какие-то чудеса неимоверные. Но позиция зептика, насколько она хороша против снайпера. Бог ты мой. И шанс, конечно, у пьюра мало. Но вот с кольтом их чуть побольше вычисляет. Голову увидел визавину. Нет, зептик справляется. И в ситуации, где было формил энтрифраг, где почти 5 в 3 было. Команда просто вырывается вперед. KTC тащит что-то неимоверно сложное. И заслуженно забирают 14-й раунд. Вместо с этим, вместе с этим Руша полностью экономику защиты. А закупаться-то надо. 15 отдавать не особо хочется. И я напоминаю, что это пик Лоджик, друзья. Но несмотря на все, надо вспомнить предыдущий матч этих двух команд. Они против друг друга играли. Там Тандра выиграли со счетом 2-1. И как раз таки на допах взяли Overpass. Это был десайвер, Но нюк. Анюка будет следующей мапой там. Тандер Logic очень неплохо развалили. Со счетом 28-26, конечно. Но, но, знаешь, типа, неважно вы как и вообще какими действиями. Важен результат на этом турнире. Сейчас конкретно важен результат. Ты можешь там, я не знаю, божественно отыграть две карты. Но если ты проиграл 14-16-14-16, сам для себя ты особо ничего не получил. Кроме опыта и, конечно, крутого... Круто пров... Пров... Да, короче, крутого времени, которое ты провел. Но... Вы понимаете. Андерсен Смакие смог, кстати, сейчас развеяться, ему Габела. Да. Он, конечно, накоцал визави, но это такое себе дело. В любом случае, команда в тотальном меньшинстве. И тут должен работать уже инсейник, по идее, но он на базе Б. Так что придется с его задачей справляться с Шарки. А именно проходить на сэндвич в дальнейшем. Искать Фрайдина. Но и это уже погубила. Ну, не наглость скорее, а его же позиция и меньшинство его команды. Шарки, я не знаю, просто деньги зарабатывать, тут раунд, по-моему, взять уже вообще будет неимоверно сложно, хотя если вспомнить Фера на этой позиции, первый минус есть, дальше идет Зептик, будет под него открываться, если соло парни будут действовать, то в принципе может Шарки сработать здесь, и действительно так оно и есть, почти двоих убил, Ух, если бы он перестрелял, это была бы ситуация в большинстве даже, но Инсейник пока что жив, он на верхнем планете, находится за машиной, так-то 20 секунд, но Джохан что-то подозревает, Джонах прошу прощения, Ой, 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 нет, дочекал. 17 секунд, ребята, отправляются под базу В. И сейчас есть все шансы инсейника просто выбить бомбу. И если выбивает плент, а он может выбить его прострелом, друзья. Ему может повести. Там, конечно, смачок, но он уже ловит оппонента. В итоге бомба будет ставиться на последних секундах. Инсейник, ну, будет сражаться один на один в клатче. Там красный зептик, его даже прострел можно забрать. Тот через смока пытается сыграть инсейник. Ой. У него весь вот центр внимания был направлен в сайт. Он думал, что оппонент справа откроется, либо залезет. Либо попытается шорт пробежать, видимо. Ну, либо из-за смока как-то. Он не смотрел вообще на левую сторону, несмотря на то, что мы-то на экране видели. Это 2 в 5 было, если что, почти выиграли. Но тем не менее, на самом деле было много моментов. То есть, если я открою вот так: клатч. Давайте посчитаем клач 1 на 1. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это был седьмой клатч 1 в 1, друзья. За 20 раундов на секундочку. То есть 35% раундов у нас проходит в клатчу. Забавно. <с> Забавно, интересно. И э, главное, ну, надо понимать, что если бы там взяли какие-то класс-раунды Thunder Logic, у них бы шансы были. То есть сейчас бы счет там мог быть, я не знаю, ну, 12, 7, 1, 8. Ну, Везет сильнейшую, мы побеждают, конечно, сильнейшие сегодня. Ну, должны, по крайней мере. Есть позиция на болоте, но не факт, что она вообще кажется тут импактной. Потому что игрока уже потеряли, и, как мы видим, Тандер после потери игроков, конечно, чувствует себя как просто зверь, загнанный в угол, и становится еще опаснее. Но обычно это в ситуации там 2 в 5, 3 в 5, 1 в 3, да? давайте, подождите, давайте, пока бы карту не зак... Да, вот все. Просто и все, все так же. Я на него смотрю и узнаю себя. Просто на самом деле стерлинг. За видел оппонента. Но неважно, убьет он кого-то тут или нет. Это сейчас байт. И миниатюр должен важнейшую позицию закрывать. Это фон. Да, все. Вот теперь у его команды есть возможность перетягиваться, куда они захотят. Да и тут не в перетяжках дела еще стерлинг. Ну, просто уже дуэли индивидуальные выигрываются направо-налево. Ситуацию 2 в 5. Что еще одна попытка? Инценник такой. Не, ребят, у меня сердечко уже не, ну, не хватит, серьезно. Говорит, Шарки, давай ты в этот раз там, я не знаю, не дабл дашь, а трипл минимум, тогда, тогда подумаю. И оставишь мне вот этих двух лоу хпшных. И Шарки такой, да ща, будет сделано. Будет сделано, yes, sir, и полетел. Оп, одного забирает, там тиммейт подключился. Вы думаете, я пошутил насчет 2 в 5? <связываю> Сейчас, пошутил, конечно. Киты есть, кстати, у Инсейника. Ой-ой-ой, как же он тут опасно проходит. И он просочился. Нет, на игрок на шариках все-таки его заметил. А если бы прошел, могли бы раунд даже выиграть. 16 на 5 в итоге. И все-таки KTC оказались посильнее на пике своего соперника. Впереди нюк, но не успевайте расстраиваться, либо не слишком радуйтесь, потому что если вы болельщик одной из команд, потому что там-то на нюке все в прошлый раз обернулось в пользу для Thunder Logic. Вполне возможно, что сегодня они к этой карте все так же очень круто готовы. Да и кто знает, как у KTC пойдет в целом, игра. А, вам же говорю огромное спасибо за то, что меня, на, смотрите нашу трансляцию, друзья. Если комментирование нравится, нравлюсь я вам, то пожалуйста, подписывайтесь, чтобы я это все делал. Ну не просто в пустоту. У меня есть в соцсети, вот там по команде восклицательный знак Кастрос в чатике. Можете увидеть ссылочки. Они сейчас, в принципе, выведены в чат. А, там есть ссылка на инстаграм слева, справа, вернее, слева на группу, справа на Инст. Поэтому подписывайтесь, и я буду вам very-very благодаря. Но ну, а пока что небольшая музыкальная пауза, и где-то через 5-10 минут мы вернемся на карту под номером 2 и узнаем, закончится ли этот матч на двух мапах, или мы увидим ожесточенное сражение за финал. And I'm getting strong. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.